Всем привет! Всем привет! Мы на канале КТВ. И сегодня мы будем открывать непослушные верблюда. Правильно. Мы сегодня будем открывать Али-Баба и непослушный верблюд. Нам сказали, что это очень интересная игрушка. И пусть давай откроем, посмотрим, что за интересную игрушку мы сегодня приобрели. У тебя все получается? Помочь? Сама? Как всегда? Нет, помочь. Помочь? Все-таки надо помочь. Открываем. Мы помогли Викусе немножко с коробкой. И теперь она открывает. Так, это что у нас? Карточки какие-то. Угу. Так. А это, наверное, сам верблюд. Ух ты, какой верблюд. Интересный. Да, ставь его. Покажи его нам. Что нам с ним делать? Вот, а мы сестры его держим там вместе. Да, по идее мы должны, да, мы должны его нагружать таким образом, чтобы он не смог встать. Если он встает, то значит мы неправильно его нагружаем. Поняла? Нет. Угу. Нет, руками здесь дело не поможешь. Здесь именно нужно открывать. Не, не надо его. Да, именно вот такими игрушками его нужно нагружать. Давай откроем. Давай. Ой, он бегает. Игрушки. Там у нас должны быть предметы. Горшок, корзина, меч, Али-Баба, чаша, снег, сено, гитара. Фляга. Вот эта корзинка как раз. Ваза, ковер. Подожди, Да. Сумка, столик, кувшин, сундук, лампа и шатер. Да, вытаскивай все игрушки, которые у нас там есть. Угу. Подними, там упал у тебя. Я тут думала, ну, шатер у тебя упал. Да. Еще что-то упало. Ага. Давай, иди садись. Смотри, какая ситуация. Поверни нам верблюда сюда. Поверни его. Вот так, да. А теперь на этого верблюда ты должна посадить Али-Бабу. Надо за хвост и за голову потянуть, за хвост и за шею. За шею одновременно. За шею и за хвост. За шею и за хвост. За хвост. Где хвост? Вот, да. Тяни. Вниз. Не, нет, вниз тяни. За шею. А где хвост? Вот это. А где шея? Вот, давай одновременно за шею и за хвост. Одновременно. Да, тяни. Не получается? Так, чтобы посадить верблюда, потяните шею и хвост одновременно снизу вверх. Сначала вверх, потом вниз. Верблюд начнет садить. Давай, я тебе помогу. В общем, мы посадили нашего верблюда, и смысл игры заключается в том, что нужно на него как можно больше предметов. Да, Вика начала заниматься, прятать предметы. Викусь, посади сначала, нужно Али-Бабу. Если верблюд встанет, то значит ты неправильно посадила и положила предмет. Это сиденье было для Али-Бабы. Ты зачем туда? Нет, сначала сиденье нужно, сиденье на верблюда. Посмотрим. То есть, там, смотри, дырочка была специально для верблюда. Сможешь посадить верблюда? Ты видела, как я делала верблюд? Сажала. За хвост и... Нет, вверх. Я вверх тянула. Вверх тянула. Больно. Да. Страшно было. Очень страшно стало. Я вверх тянула. Нет, не вниз. Вверх тянула шею и хвост. Ты не можешь. Ну, давай я посажу. Так, мы заново усадили нашего верблюда. Давай сажать Али-Бабу. Осторожно, а то верблюд. Да. А теперь все вот эти предметы нужно каким-то образом поместить в верблюд. Так, чтобы он не прыгнул. Потому что если он прыгнет, то растеряет все игрушки наши. Я бы тебе помогла бы, солнышко, но это игрушка для тебя. Так что давай, попробуй. Ну, я тебе помогу. Ты повесь, смотри. Они вешаются. Повесь. Вешаются, смотри, вот, видишь, осторожно вешай. И с другой стороны повесь, а то верблюд прыгнет. Помоги мне повернуть. Я тебе, не надо поворачивать, встань и повесь. С другой стороны, осторожно так. Ну вот, видишь, осторожненько. Давай, не бойся. Умница, теперь еще вешай. Ты что так боишься? Это же интересная игрушка. Оказалось интересная, но очень сложная. Верблюда не усадить просто.
Осторожно, она боится. Ты моя крошка, не бойся. Давай. Ну давай, давай. Не бойся, солнце мое, да. Осторожно, осторожно. Ну, с одной стороны, зачем все вешаешь? Ему же тяжело будет. Давай вешай с другой стороны. Поверни тихонько, осторожно, верблюда. Ты можешь повернуть. И повесить с другой стороны. Да не бойся ты. Ну что ты боишься? Давай. Да не бойся ты. Он тебя не укусит. Да, отлично, молодец. Смотри, осталось совсем мало предметов. У нас есть еще... Ну вот, смотри, с другой стороны тоже. Вот, молодец. И с другой стороны на этом же месте тоже можешь повеситься. Она... Да. Боишься уже любого шума? Да, верблюд классный, давай, повесь на него. Множество деталей. Все. Нет, еще осталось 6 деталей. Ты можешь с другой стороны повесить. Нет. Там есть еще один, видишь, уступчик такой. Да, вот там. Ты подними Али-Бабу осторожно и поместится все, вот. Да не бойся ты. Вешай теперь, вешай. Вот, видишь, ты правильно его посадила, теперь ты можешь с той стороны повесить осторожненько. Ага, давай, вешай. Нет, ему не будет тяжело. Только осторожно. Вот, умница. Еще осталось 4 предмета. Сможешь уместить 4 предмета? Да-да, сможешь, я знаю это. Вот. Нет, еще давай, 3 предмета осталось. Нету больше выхода. Есть. Ну, найди. Давай. Я за тебя полностью. Я уверена. Нет, сюда уже нельзя повесить. Ну, можно повесить. Да, вот. Вот сюда можно повесить. Переверни вот эту штучку, и ты сможешь повесить. Переверни ему корзинку, ты сможешь повесить. Да, осторожно. Да. Переверни, это чашка. Чашку переверни, по-другому повесь синюю чашку. Это желтая чашка. В общем, мы наигрались в верблюда, да? Поиграем в следующий раз, когда будет менее страшно. Вот. Всем пока-пока!